Уникальное радиологическое отделение сегодня открыто в городской больнице Нижнего Тагила. Без операции и длительной реабилитации там будут лечить пациентов с онкологическими заболеваниями. Таких отделений всего 3 в Российской Федерации. Москва, Обнинск, Подмосковье и вот у нас. Я надеюсь, что наше отделение станет востребованным не только для жителей Свердловской области, для всего Уральского федерального округа. Это действительно та технология, которая дает положительный результат и достаточно длительный. Особая гордость врачей – гамма-камера, единственная на Урале. Она позволяет диагностировать онкологические заболевания почек, печени, щитовидной железы и костей на ранних стадиях. Пациенту в вену вводят специальное радиоактивное вещество. Затем аппарат анализирует состояние больного. Врачу остается только определить лечение. В этом отделении не только диагностируют, еще и лечат онкозаболевания на поздних стадиях с помощью радиоактивного йода. При такой йодотерапии организм человека испытывает минимальный стресс. Это практически как бескровная операция. То есть, если при операции удаляется ткань щитовидной железы, то в этом случае клетки просто погибают под действием радиоактивного йода. Отделение рассчитано на 10 человек. Каждая палата – это специальный бокс, в котором пациентов друг от друга отделяют свинцовые ширмы. Они ограничивают опасное излучение. Лечение здесь дорогостоящее. Курс стоит порядка 80 тысяч рублей. Но при этом больной не платит ни копейки. Финансирование бюджетное. Первых пациентов здесь примут сразу после новогодних праздников.